купец, красотою разодоренный скупец, а ямщик сажал с собой на облучок. Я навек с ее глазами обручен, а ямщик сажал с собой на облучок. Я навек с ее глазами обручен. Слава! Фу! О! Сейчас, Серега, я сейчас... О! Ну, отлично! Я как в детстве опять летаю во сне, днем расту я, а может, кажется мне, сто дорог я прошел, вернувшись к себе, и спасибо моей судьбе. Давай, давай, махни рукой! Давай дальше езжай сам. О, смайл. Ура! Смайл, you're at candid camera. А? Смайл. Кто же сильнее? Поехали. Сейчас я сяду, подожди. Можешь закрыть дверку, а я тебе через стекло. О! Вот так. Улетает к небесам. Но откуда? Но откуда? Но откуда этот сон? Но откуда? Но в первых строках своего письма хочу сказать, Серега, тебе спасибо за то, что ты меня вытащил совершить этот подвиг. Конечно, горки здесь не альпийские, но, тем не менее, в общем-то, я почувствовал себя снова функционирующим мужчином, спортсменом, и, ну, кем, ну, нас достаточно, достаточно этого. Хорошо, Слава. Я хотел, знаешь, что тебя спросить? Вот мы как-то, я уже давно снимаю и пытаюсь что-то сделать, но...
Сколько у тебя времени уходит с момента появления идеи до момента, так сказать, записи предварительной, а потом за сколько ты пишешь времени фонограмму обычно? Я, честно говоря, никогда не занимался таким. Ну, примерно. Дело в том, что я могу за один день иногда написать 3 песни. Иногда вообще я себя просто не ставлю в какие-то рамки. И у меня такое ощущение, что я из процесса творчества просто не вылезаю. То есть я о нем думаю непрерывно. А если я знаю, что записаться, вот, и знаю музыкантов, с которыми я записываюсь, то я делаю очень быстро. Я достаточно профессиональный парень, как бы вот этот вот. Как Рэй Чарльз с первого раза? Ну, зачастую да. И желательно насквозь. Потому что у меня довольно длительный, скажем, репетиционный процесс идет, когда я наедине с самим собой там мучаю гитару и в соседней комнате находящуюся жену 30-50-кратным повторением одной и той же песни. И только потом вдруг неожиданно приходит кайф. Вот с этого момента можно считать, что песня получилась. Ну, отлично. Слава, ну спасибо тебе, дорогой. Я рад, что, так сказать, я все-таки найду теперь возможность сделать до конца фильм, который начинал давным-давно. Ну ладно, все. Мы еще с тобой другой вопрос. За сезон съездим, покатаемся, мне понравилось. Ну, отлично. Во всяком случае, я нашел чем себя занять вот в минуту вынужденного простоя, в эти пустые январские дни. Ладно, хорошо, спасибо. Это сон.